Сейчас у нас большое событие произойдет. Впервые, если брать страны СНГ, будет подписано стратегическое партнерство между футбольным клубом и крупной киберспортивной организацией. Для нас это новый шаг, для нас это новый вызов, но мы прекрасно понимаем, что для нас это новая коммуникация. Мы ждем всех у нас на площадке, которую мы активно вместе с М19 будем развивать, площадку «Ржд-Арена». Соответственно, мы также будем присутствовать в тех играх, которые играет М19. Ну и, соответственно, мы очень рады этому соглашению. Наша команда называется «Loco eSports Team». Все соцсети, соответственно, называются так же. Логотип выглядит вот так, буква «L». В основе вообще всего логотипа щит. И вот в этих футболках будут играть все наши киберспортсмены. Действительно, впервые, когда мы совместно с спортивным клубом заходим в историю не разовую, да, там по какому-то там определенному направлению, а действительно делаем некую коллаборацию по всем дисциплинам, да, на данный момент это Лига Легенд, Dota 2 и Hearthstone. Естественно, задача очень проста, все задают вопрос, что подразумевается по стратегическим партнерствам и развитием. Здесь все очень просто, это, конечно же, победы и привлечение фанатской базы, которую мы сможем, да, там аккумулировать, чем-то радовать как и контентом, так и победами.